В Якутске завершилась первая республиканская выставка-конкурс «Бал кукол Снежной долины». Более 78 шарнирных кукол народной мастерицы Каролины Парфеновой и ее учениц были представлены на суд любителей прекрасного. Народная мастерица год назад начала проводить мастер-классы по изготовлению шарнирных кукол для всех желающих. На сегодня у кукольницы более 100 учеников. Основной темой экспозиции стали волшебные сказки. Представленные на выставке уникальные куклы олицетворяют любимых с детства сказочных героев. Шарнирные куклы из полимерной глины могут принять любую позу, и их легко нарядить, придать им понравившийся образ. На закрытии выставки самые лучшие работы отметили наградами. Я ученица Каролины Петровны Парфеновой. Благодаря ей я вот научилась делать куклы шарнирные. И, к моему удивлению, моя первая кукла вот заняла первое место в номинации «Завораживающий танец». Кукла «Восточный танец» у вас, ну, наверное, видели, да? Конечно, я очень благодарна, что вот существуют вот такие люди, как Каролина Петровна, которые вот приобщают нас, обычных женщин, к такому искусству. И такое увлечение у всех получается, что как любимое хобби. И времяпровождение вот любимое, да?